Ну, по игре я могу сказать, что мы молодцы, мы очень хорошо сыграли. Почти мы сегодня играли чуть-чуть поменьше второй тайм, но первый тайм 45 минут, второй 35. На мой взгляд, у нас было почти 90-80% контроля игры все время. И по себя я могу сказать, что типа пытаюсь возвращает и чувство в игре, потому что давно не играл. Считаю, что я еще не могу сказать, что я на 100% готов, но процесс идет и каждый день ближе к 100%. Но я только 2 недели тренируюсь в общей группе. Посмотрим, что будет дальше. Мы играли большую часть матча с преимуществом, поставили достаточно нелепые пенальти. Ну и не забили свои моменты. Да, особо наставлений не было. В принципе, уже 19 лет для дебюток самое то, особенно в товарищеской игре. Но так подбадривали, особенно в перерыве. Видно было, что волновался первый тайм, второй был намного лучше. Когда играем в холодную погоду, вратари всегда больше страдают. Особенно сегодня вообще мало моментов были. Первый тайм только пару, не знаю, на выход один раз, потом пенальти. Второй тайм вообще не было ни один момент. Ну, конечно, замерз там чуть-чуть второй тайм. Мне, конечно, приходилось, я же сам из Сибири, я привык к таким погодным условиям. В принципе, были готовы, это Россия. Долго шел к этому, не все всегда у меня получалось и в академии. Я благодарен всем, кто верил в меня на пути к основе. Дебют, одним словом, был волнительным. Ну, к концу игры, даже после первого тайма, было волнение какое-то ушло, и все стало, просто играл в футбол.